В Пинске за несколько часов выпало 39 миллиметров осадков. Это 130% декадной нормы. Ливень сопровождался порывистым ветром, передают метеорологи. Больше всего досталось Полесью. Сильный ветер нарушил подачу электроэнергии в трех районах Брестской области. Пострадали 34 населенных пункта. 14 молочно-товарных ферм оказались обесточены. Без света остались два детских оздоровительных лагеря и птицефабрика. Буря повредила крыши 10 домов. На севере Лондона из-за проливного дождя автомагистраль превратилась в реку. Автомобилисты оказались в заложниках стихии. Движение транспортных средств заблокировано. Китай под властью тропических муссонов. Местным властям пришлось экстренно эвакуировать более 27 тысяч жителей. За месяц погиб 121 человек. В Японии из-за ливней сразу в трех префектурах объявлена наивысшая степень опасности. Еще в 8 специалисты предрекли сход оползней. Тысячи людей остаются без электроэнергии. Наводнения уже унесли 52 жизни. Завтра в Бобруйске будет переменная облачность, дождей не предвидится. Ветер северо-западный, ближе к вечеру с порывами до 13 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +21, ночью опустится до 12-14 градусов тепла.